комментарии на канале «Позитивные идеи». И сегодня я буду делать лайфхаки с уксусом. Уксуса дома должно быть очень много, очень много. Берите прям побольше бутылочек, потому что уксусом можно сделать практически все в доме. И сейчас я вам это докажу. Жух-жух, как это ново. Жух-жух, как это клево. Пятнышки, вы посмотрите, пятнышки у меня остались от компотика у ребенка. Я возьму уксус, смочу пятнышко. Подождем немножко, и, конечно же, наше пятнышко обязательно выведется уксусом. Жух-жух, как это клёво. Если у вас налет на кране, известковые отложения, не нужно покупать никакого специального средства. Просто возьмите уксус. Жух-жух, проще простого. Что же делать? Я вчера только все погладила. Что же делать? Сейчас помнем. Так, сейчас помнем. Помнем, помнем, помнем. Так, Еще. Ага. Сейчас будем гладить. Еще замечательно гладить с помощью уксуса. Если побрызгать на одежду, то одежда сама разгладится. Вот так вот вы брызгаете и оставляете на какое-то время, и она становится гладкой. Вот я и высушу, и покажу вам результат. Жух-жух, как это клёво. Если у вас засорилась канализация или оттуда неприятный запах, то лучше взять уксус. Жух-жух, как это клёво. Лучше взять уксус и налить в канализацию. Полный бутылек. Он там все выест, и у вас не будет никакого запаха. Теперь я буду чистить уксусом микроволновку. Жух-жух, не тереть, не мазать. Жух-жух, все тебе и сразу. Жух-жух, проще простого. Я побрызгала. Нужно подождать немножко и просто протереть губкой. Теперь я почищу фасады. Уксус мой дорогой. Ну а в ванную комнату без уксуса даже не заходите. Можно все здесь очистить только уксусом. Любой налет. Плитку. Кран. Все только уксусом. А теперь мы будем чистить шторы тоже уксусом. Можно очистить пятнышки, если дети хватают. И вы начинаете вот так вот просто брызгать на пятнышко. Мама, мама, что с тобой? Как привести человека в чувство? Нужно взять ватку, промочить ее в нашатырном спирте или уксусе. Нет, только не уксус. Нет! Только не уксус! Только не уксус! Простая процедура, считай от одного до двух, все вместе в жух-жух. Если вы хотите устранить... Ой! Сейчас! Вы думаете, я уксусом, что ли, здесь пользуюсь? Наполнили. Так. Что-то какая-то она мутная. Из-под фильтра что ли налить? Вы думаете, я уксусом что ли пользуюсь? Я бы здесь с ума сошла. Итак, если у вас засорилась канализация или... Нет, плохо. Жух-жух, как это ново. Жух-жух, как это клёво. Жух-жух.